Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рейд Темные Легенды. Ну что же, я собираюсь сегодня пойти опять же на основную сюжетную линию и попробуем с вами забомбить последнего босса, которого я не смог. Ну что ж, твердыня Фелвина. Надеюсь, что сегодня у нас получится это дело. 35 уровень, но я немножко подкачался, поэтому мы с вами сделаем немножко по-другому. Кстати, у меня появился новый герой, да, вот этот вот чувачок. Так, и давайте-ка... Слушайте, кстати, я Гарика хочу, ребят, заменить. Он уже становится неактуальным, ну, не считая его, конечно, суперспособностей, а в плане физухи он, ну, слабенький. Ну что ж, давайте попробуем завалить этого, как говорится, супер-пупер-огра. Хотя, думаю, что он сейчас не будет супер-пупер-огром у нас, и мы его... положим на лопатки. Поехали. Ну, давай. Чем чаще герои что там сражаются, тем больше опыта зарабатывают и тем сильнее становятся. Это понятно все. Так, ну что, тут, я думаю, на автобой, да, мы с вами разрулим. Хотя нет, лучше я сам сыграю, потому что тут такой автобой, что иногда играет против меня. Так, что у нас здесь? Огры. Ну, давай вот так вот сделаем. Бомбанем. Так. Уху-ху-ху-ху, ну-ка. Перезвон. Бомбанул, молодец. Одного заморозил. Давай тогда Варга с вами. Опс. Слабенько, я скажу тебе. А подожди, вот так вот мы сделаем. Слушай, давай-ка ускоримся. Что-то как-то медленно, уж больно. Смотрите, ребята, какой у него никчемный, да, урон. Я имею в виду, если брать обычные удары. Так, ну что, этого огра мы с вами ложим. И вот у нас босс. Слушай, я думаю, что у нас здесь сейчас все хорошо пройдет. Персонажи мои подкачаны уже, не какие-то там ватники. Перезвон у меня надет, ребята, в шмотку на крит. Потому что он у нас лучник. Как-никак, и крит удар ему нужен в первую очередь. Также я прокачал себе свою шаманочку довольно неплохо. Ну что, я думаю, что ему хана сейчас будет. Ничего ему здесь не поможет. Ну-ка. Ай, по красоте бомбим. Так, ну что, родной, пора тебе, по-моему... Оу, солидно. Да, ребят, не забываем, что у него крит-удар. Точнее, не крит-удар, а контр-удар есть. Постоянно он контрит. Как говорится, не без этого. Сейчас и этому звезданет, естественно. Так, сейчас упадет, да, у меня Гарик? Или же не упадет? Что это у нас? Атака по всем врагам. При критическом ударе герой сокращает шкалу хода на 20%. Нафиг нам не нужно, давай вот так вот сделаем. Заморозим, может быть. Нифига не заморозим. Так, ну что, здоровья у него немножко осталось. Мы все равно с вами Гарика поднимем. Блин, не поднимем, ну ладно. Я думал, что шаманка сможет поднять Гарика, но ход, к сожалению, не ионный был. Очутившись по ту сторону ворот, команда отворила их нараспашку, чтобы впустить толпу. Под всеобщие возгласы одобрения герои продолжили путь к Аравийскому дворцу. Но прежде чем они оставили врата позади, раненый оборотень схватил одного героя и прорычал. «Что вы наделали? Мы не зря охраняли этот проход. Теперь их уже не спасти». Вот так вот, ребятушки, что-то здесь не то. Понимаете, они охраняли врата, а мы их разбомбили здесь, да? Ну, потому что они нас не пропускали. У нас, как говорится, не было выбора и выхода. Ну что, ребят, мы с вами получили двухзвездочного огра плюс 103 тысячи монет. Хорошо, ладно, давай поехали дальше, посмотрим. Глава 6. Дворец Аравии. Высшие эльфы оказали путникам радушный прием. Всем беженцам были обещаны новые земли за Тельширом. Герои тотчас попросили аудиенцию у царицы. Они объяснили, что несут послание от ее друга и союзника короля Тайбы. На встречу им вышел начальник стражи и сказал с уродливой улыбкой. «Царица сердечно приветствует своих друзей, она готова принять вас у себя в покоях». Не теряя бдительности, герои проследовали внутрь роскошного дворца. Слушайте, мне такое ощущение, что там какая-то ловушка нас поджидает. Хотя нет, вроде бы как эльфы все-таки.
Так, ну что, ребята, поехали, давайте смотреть. Что? А, слушайте, эльфы эльфами, а почему мы тогда с ними должны драться, если они радушно нас встречают? Так, 23 уровень, в принципе, для нас это семечки. Ого. Я не думал, что эльфы такие выносливые. Так, ну ладно, давай посмотрим, как вы против перезвона будете себя чувствовать. Очень хреновенько они себя чувствуют. Плюс мы заморозили одного из эльфов. Ну что ж, давай бомбить. Пока все изи, никаких проблем абсолютно. Хм. Я думаю, что можно даже автобой, ребят, включить. Не хочу я автобой, как-то так неинтересно, если честно. Сами разрулим, да? Не сосунки все-таки. Так, понятно. Хиляешь, значит. Блин, ну Гарик слаб. Надо кого-то найти нам, чтобы заменить. Хоть он у меня и лидер, так скажем. Но, да, у него суперудар неплохо, конечно, отбирает житухи. Я имею в виду именно вот этот вот адский огонь или... те же самые огненные топоры. Но вот если брать чисто урон в ближнем бою, это ни о чем, просто-напросто. Так, ну что же, давай поджарим их. Это, кстати, последняя волна у нас тут. Минус. Давай вон того сразу бомбанем. Эльфы. Радушно они нас встречают, да, ребят? Офигеть, радушие это просто обалденные. Ага, это высший эльф, да, типа у нас. Ну-ка, эть, не упала. Кстати, у меня есть не комплект брони, но, по-моему, там 3 или 4 шмотки на регенерацию. И она у меня стоит, по-моему, на паладине, если я не ошибаюсь. То есть там 5% хп восстанавливается после каждого боя, по-моему, или удара. Так, ох ты, ох ты. Смотрите, ребята, это что у нас? На скорость какие-то сюрикены. Скорость плюс 12%. Это комплект из двух штук нужно нам. Ясно. Так, секунду, давай кое-что с тобой глянем. Здесь мы все это успеем сделать в обязательном порядке. Да что ж ты будешь делать-то? Давай, в конце концов, мне уже... Так, у нас какое-то тут, ребята, задание выполнено. Ага, забираем 300 опыта. Деньги. Так, рынок, тренировочный лагерь. У меня тут, по-моему... Ага, до 4 уровня. Зачем я его качаю? Ума пока не приложу. Ну ладно, пускай стоит, все равно делать ему нечего. Так, зайдем в коллекцию и кое-что хочу ее посмотреть, ребят. Так, а что ты мне показываешь? У тебя есть что-то лучше? Вот, ребят, кстати, да, это получается на шаманке стоит у меня сет на регенерацию. И сет на, по-моему, да, это на крит у нас идет. То есть они должны работать в паре, да? Вот две шмотки я надел. Получается, крит шанс 12%. Ну, а вот этот вот сет у нас идет, видите, лечит на 5% здоровья каждый ход. Не очень много, но отказываться зачем от этого? И вот у нас, значит, на скорость еще, да? Скорость плюс 12. Хм. Здоровье, так, 15%. И щит 15% на себя на 3 хода. Неплохо, небесная скорость. Офигеть, да, скорость плюс 12%, щит на 3 хода. Но это нам нужно, ребята, как минимум 2 шмотки, а может быть даже и full set на 4. Видите, да? Если у нас 2 шмотки будет, то дает нам 12 только к скорости, а у него только 12 к скорости есть. А вот что у нас про этот? Слушайте, нет, нужно 2 шмотки, и тогда у нас все будет работать. Интересно, зачем тогда мы собираем сет, когда мы можем две шмотки от одного комплекта поставить, да, например, там меч, щит, потом шлем плюс перчатки от другого сета и броня плюс поножи от другого сета. И у нас будет там, например, и регенерация плюс скорость там чего-либо, да, и защита. Я думаю, что так выгоднее даже ставить, чем фулл сет. Хм, надо будет, кстати, об этом подумать и покумекать. Так, давайте посмотрим кое-что. Вот он, ребята, вот он. Перезвон. Мне его, кстати, дали в подарок. Так, в таверну забегу. Перезвон, перезвон.
Смысла нету тебе это делать. Повышение ранга пока рано. Рано развитие. Да, нет у нас бутылочек. Но зато могу, например, ведьму. Но я считаю, что не стоит тратиться нам на ведьму. Не стоит или стоит? Нет, не будем мы с вами тратиться. А что у нее тут? Повышение ранга. Нужно три героя трехзвездочных. Нет, я пока не буду на нее тратиться, ребят. Она мне не особо нравится. И не вижу я выгоды в том, чтобы на нее делать какие-то траты. Что у нас тут по арене? На арене пока все кисло. Всех, кого я мог забомбить, я забомбил. Остальные пошли. Кстати, здесь, ребята, сейчас я вам покажу, если найду сейчас. Имбовая такая есть команда. У нас, по-моему, ее сейчас нет в данный момент. Вот здесь вот. Слушай, а почему я вот с этими ребятами не подрался? Кто мне скажет? Ну-ка, давай попробуем надрать задницу. Короче, какая-то фигня, я не знаю. Там шаманка плюс еще какой-то один герой, который может резать вообще всех. Если шаманка одного поднимает, то там есть воин, который поднимает просто всех твоих павших героев. Вот это вот имба, блин, я считаю. Ну-ка, давай попробуем так с тобой сделать вначале. Меченосец упал. Ага, давай-ка мы, наверное, с тобой положим вот так вот. И надо нам паладинку уничтожить. Ай, Гарик в ближнем бою, ну вообще ни о чем. Минусанули. Так, ну что, у нас тут получается маг. Довольно неплохой маг, я вам скажу. Крепкий малый. Но, тем не менее, мы справились здесь с вами. И вроде бы больше я здесь пока ни с кем не смогу справиться. Хотя... Нет, не смогу, ребят. 30-й... Обновить список. Хорошая нажива, согласитесь. Зачем мне нужны вот эти вот поединки? Ребят, мы за них получаем жетоны. Жетоны мы потом с вами можем обменивать на... Как вам сказать? На прокачку своего персонажа. Оп, опа! Неплохо, да? Смотри, одна 30 уровня задает нам джазу. Будем наказывать, конечно же. Даже перезвон здесь как-то не особо хорошо бомбит по ней. Но он и слабенький, 23 уровень всего лишь. Прокачка, да, ребят, прокачка здесь у нас идет за героев. Но этих героев нужно фармить постоянно. Нету как бы особого такого времени заниматься вот именно фармом. Так. Смотри, вот здесь вот. Черт. Четырехзвездочный, да? Блин, я не знаю. Можешь попробовать нам вот здесь вот. Ну, четырехзвездочные герои, причем все. Не справлюсь. Расколбасят меня здесь. Слушай, уже у всех 4 звезды, блин. Я как дурень бегаю, блин, с 3 звездочными героями. Надо их повышать. Но для этого нужны баночки, скляночки. Когда в тот день определенный, в который мне нужно, например, в подземелье, да, вот эти, я на работе. Только открывается это, я опять на работе. А основные вот именно вот эти вот двое. А, вот здесь еще тоже, по-моему, если не ошибаюсь, важные ингредиенты нужны. Но в последнее время мне вот нужен вот цитадель магии и цитадель духа. С них нужны дропы и все там подобное. Ладно, ребят, поехали, короче, с вами дальше продолжать компашку. Желательно бы мне ее пройти всю, а потом уже начинать заниматься другими делами. Так, дворец Аравии, да, у нас, значит. Поехали, здесь у нас следующий бой. Кстати, пишите в комментариях, нужно ли вам показывать вот эти вот бои или просто показывать уже последних боссов, как с ними мы справляемся. Так, зажарим, обязательно зажарить этих сосунков. Посмотри, главное, вот эти вот, да, эльфы, здоровье сколько отняли, ну, практически все. И вот у этих эльфов практически вообще ничего не отняли. Жесть, блин. Зато их перезвон неплохо бомбит. Ну-ка, иди отсюда. Причем двоих заморозили. Ха-ха. Давай-ка вот так вот нахлобучим. Оттаяли, да? Подснежнички-то наши. Жарим. Так, этого добиваем.
ох ты, смотри какой. Какой эльф прекрасный. В таких доспехах, ё-моё. А ну-ка давай-ка вот так вот сделаем. Опа. Такая заморозка, да, нехилая, ребят. Ну, тут, в принципе, тут никаких проблем нету. Разбираем их на счет 2, блин, да? Оп, оп. Все, готовы. Так, третий у нас раунд. И здесь я опять никого не вижу из достойных врагов. Ух. Ну-ка, давай. Минус. А замораживает он, видимо, ребята, рандомно. Отдыхай там и не айкой. Шаманка, чё ж так слабо ударил-то? Да, ребят, здесь еще такая штука. Если мы получаем звездность персонажу, нам придется его качать с первого уровня. То есть, если вот у него 3 звезды, да, мы его на 4-ю апаем. Вот как у меня в данный момент на паладинше. Вот она недавно получила 4-ю звезду. И мне пришлось ее начинать с первого уровня. В данный момент у нее 11-й уровень. Но держится она на все, как будто бы ей сейчас уровень 50-й. Так, ну что, мы с вами заработали монетки плюс шарт зелененький. Ну, зелененький это никчемный, если честно, шарт. Из него ничего толкового не выпадет. Очень-очень редко там, может быть, выпадет там трехзвездочный персонаж. И то, нужен ли он тебе или нет. Так, ну ладно, давай добивать. Ага, отлично. Слушай, перезвон похож на какого-то шута, судя вот по его костюму. Вот как шуты раньше ходили. Бомбончики еще ему тут сверху вот. Правда, там у шута, по-моему, 3. Колпак состоит из 3 таких, ну как вам сказать, угловатых хреновин. А здесь всего лишь 1. Ну ему бубенец сюда повесить и будет точно как шут, блин. Так, ладно, давай добьем этого говнюка. Почти на 4000 мы бомбим. Я имею в виду по урону. Оп, бонус атаки повысили. Ох ты, эльф с копьем. Слушай, смотри, как бомбит. Ого, что-то они серьезно так взялись за эту, за мою шаманочку-то, а? В чем проблема-то, я не могу понять. Ну-ка, давай-ка ее хильнем мальца. Видишь, она восстанавливает, ну мало восстанавливает себе здоровье, конечно. 5% это ну ни о чем. Все-таки они ее хотят убить. Они ее убьют. Гады такие, а? А, чебуреки. Перезвон с контратакой, это хорошо. Ну. Жива, жива соплячка. Ну давай этого, у него тут скорость, да, я смотрю. Была. Хм. Ну давай начнем вот с этого, наверное. Ой-ой-ой. Гарик, как же ты так бомбишь-то слабо и мало. Добьем? Добили. Острию атаки. Ага, теперь они за Гарика взялись. Ты смотри. Эй! Чё-то нехило они тут раздухарились-то. Давай добивать. Да, кстати, они неплохо у них сейчас было сыграно, да? Ладно, поехали. Пройдем мы сегодня или не пройдем эту ветку? Вот что мне интересно знать. 28-й уже уровень. Так. Знаете, чего мне еще не хватает, а, ребят? Мне не хватает побольше чувачков, которые бы наносили массовые удары. А это у нас в основном кто? Маги. Они у нас массовики-затейники. Или лучники. Есть там лучники, которые бомбят сразу всех. Но опять же, это, ребята, скилл. Опять же, у него есть откат. То есть он тебе не будет на постоянку бомбашить. А Гарика, да, Гарика нужно менять. Он уже все. Он свое, как говорится, использовал свой потенциал. И я в нем не вижу никакой уже надобности. Ну-ка, бомбанем, интересно. Не хватило чуть-чуть. И что-то шаманка как-то здесь немножко барахлит. У меня ее разбирают.
Как ни странно. Ай-яй-яй, опять они, да? Они опять хотят мне забомбить шаманочку. Они видят слабого персонажа и начинают, естественно, его прессовать. Так, вот здесь у нас, блин, тут маг. Эльф-маг. А в чем, интересно, был подвох? Опять, наверное, да? Какой-нибудь демон заколдовал тут кого-нибудь, да? Что они... Почему ты не можешь бомбить? Что они против нас вдруг восстали. Мы же ничего плохого им не сделали, по идее-то. Ага. Шанс крит повысили. Скорость атаки. Прямое попадание. Нифига не... Ты посмотри... Слушай, а вы не припухли ли, а? По три раза-то ходить. Фига вы тут. Блин, перезвон, ты действительно какой-то... Крит у него... Ой, крит. Контратака у него, конечно, не очень часто срабатывает. А хотелось бы почаще. Так, ты достал уже. Это у нас третий раунд. Давай этого добьем. И мага этого. Утешение он себе повесил, а? Кто ж тебя утешит, родной? Только стрела перезвона, если. Или булава паладина, вот это тебе. Или же два топорика от Гарика. Нет, все-таки стрела от перезвона, да? Ладно, хорошо, блин, шаманка у меня, конечно, падает. Оп, перчатки на скорость. Но это у нас сет собирается потихоньку. Так, давай-ка посмотрим, сколько нам тут еще бомбить. Слушай, ну, в принципе, раз, два, три. Три уровня, и я думаю, что мы перейдем с вами на следующую локу. Так, давай. Блин, зачем мне в бастион-то? Ну, хрен с ним, раз сюда вышли. Давайте посмотрим, что у нас в шардах. Не будем копить, будем открывать их сразу. Ой. Никчемная псина. Так, а тут что у нас? Ага. Живодер. Две звезды, но это нам не нужно, если честно. Живодер с тремя звездами. Так, шаманка, давай-ка мы попробуем сделать. Да что ты, елки-палки, говорю, шаманка. Вот. И мы попробуем в тебя влить вот эти вот карточки. Даже уровня не получим, блин. Что ж так кисло-то? Кисло накачается. Все тяжелее и тяжелее. Нужно прокачать до 40 уровня. Потом уже только повышать ей ранг. Так, ну что, поехали дальше в компанию, ребят. Нам осталось 3 этапа пройти и все. Поехали. Уровень 5, да, значит? Так, ну что ж, давайте не будем мешкать, как говорится. Побыстренько мы их тут разбомбим всех, да? Так, минус, отлично. Этого давай тоже снесем. Хотя, погоди. Нет, давай вот этого. Сопротивление. Какое тут может быть сопротивление, да, ребят? На. Шикарно. Так, переходим с вами на второй раунд. И здесь, ага, копейщицы. Копейщицы нам не нужны, поэтому попробуем их вот так забомбить. Кисло. А если вот так сделаем? Слушай, вот... Кстати, я заметил, что у магов, да, сопротивление к магии. То есть они выдерживают вот те самые удары магические, которые другие бойцы просто не могут вынести. Так, тихо. Ну что вы опять на шаманку-то все, а? Что там делать? Утешение какое-то. Ну-ка, Гарик, хреново ты бомбишь. Вот что я тебе скажу, Гарик. Очень плохо. Так, ладно, давай попробуем эту добить. Не вышло. Так и хочет, а? Атаку мне понизила, гаденышка, да? Ладно, что, у нас остался только лишь маг здесь. И перейдем с вами на третью волну. Ну, что ты, перезвон, давай, звони в колокола. Хорошо, и добивочный, нет? Слушай, ну он, несмотря на то, что он маг, он крепкий довольно-таки. 36 уровень, правда, имеет, но все равно он крепкий. Ага. Два лучника. Кстати, вот эта вот охламонка-то сильная, я помню ее. Ну-ка, давай попробуем так вот сделать.
Слушай, ну перезвон хорош, бомбит он нехило, конечно, своими супер навыками. А если мы вот так сделаем? Ага, бонус крит удара. Что ты творишь? Блин, прямое попадание. Так, они должны за это ответить. Положим ее, нет? Гарик, молодец, хоть здесь у тебя все отлично получилось. Давай-ка забомбим. Не хватило чуть-чуть. Все-таки уронили, ребят. Уронили они мне мою шаманку. Надо ее раскачивать. Но опять же, где взять корма, а? Корма не хватает. Катастрофически. Нет, ну мы можем, конечно, фармить определенный уровень с вами очень долго и упорно. Но не хочу я этим заниматься сейчас. Ладно, ребят, мы с вами прошли этот уровень, да, Дворец Аравии. И пойдемте на следующий этап. Так, задание выполнено. Одержи 7 побед. Что там, победу какую-то? Ладно, неважно. Ух ты, а это кто такой интересный, а? Редкий. Это лекарь, ребят. Не хват... А, вот он. Вот он, что это за эльф. Лекарь. Ну ладно, давай тогда попробуем здесь их разобрать. По Шурику, опять же. Ну, слушай, я думаю, что на первом раунде, ребят, не стоит применять, наверное, суперудар, потому что здесь все равно у них 22 уровень, то есть они сосунки. Мы можем их и в рукопашку разбомбить всех. Да ведь? Ну, давай-ка попробуем вот этого наказать. Слушай, ну пол здоровья сразу отнимает. Эй, успокойся. И опять начинается, а? Та же самая песня, ребят. Бомбят шаманку и все здесь. Ой-ой-ой-ой, перезвон, ты мне нужен. Тебе нельзя падать. Вот этот лук, кстати, который у перезвона, мне напоминает, ребят, знаете что? В свое время, когда я играл в Lineage, там был именно вот такой вот лук. Я вот точно помню. Не помню, с какого сета, но был вот именно вот даже вот с такой штукой, куда вот у него рука там вставляется. Красный, по-моему, лук дракона это был. Ладно, сейчас не об этом. Минус. Так, вторая волна, но у нас уже что-то как-то здоровье не очень хорошо, да? Особенно у шаманки. Попробуем как-нибудь с вами ускорить этот момент. Должен, в принципе, забомбить. Отлично. Ох, двоих заморозили даже, вообще великолепно. Нам бы вот этого лучника с вами шваркнуть. А? Черт, не получилось. Эти оттаяли. Опять в шаманку, а? Нет, не будем мы пока тратить суперудар. Нет, не катит. Что за ересь? Слушай, а давай-ка мы вот так вот сделаем. Повысим себе сталь. Поющая сталь, да? На тебе, гаденыш. Хиляет его. Ну, я сомневаюсь, что это ему поможет. Слабо, слабо. Эть! Что-то мне кажется, что они хотят перезвона мне ухоркать. Не будем тратить пока. Он у нас еще и оглушен, к тому же. Сейчас... Нет, я думал, сейчас будут бомбить перезвоны. Но сам виноват. Так, последняя, заключительная здесь у нас волна. И будем сейчас применять все свои суперудары, ребят. Тут 36 уровень, как-никак. Поехали. Отлично, пока хорошо. Давай-ка вот эту вот мы с вами. Так, у нас... Секунду. Давай попробуем вот этого вот. Отлично, все идет по плану. Блин, перезвон упал. Перезвон у нас упал. Угу. Ну и что мы тут сделаем? Да ничего, придется добивать. Так, и у нас, ребят, по-моему, сейчас должен быть босс, если я не ошибаюсь. Да что ж такое-то, все с одной звездой. Как-то не айс. Да, ребята, и кто же это? Это и есть, наверное, царица эльфов, я так понимаю. Ну что же, я, наверное, готов. Готов к встрече с ней. Наверняка тоже она околдована. Или вообще, может быть, какой-то двойник, дубликат. Засланный. Так, 24 уровень у нас встречает, и мы начнем потихоньку его разбирать. Все самое вкусное мы оставляем, естественно, на босса. Минус, отлично. Так, давай-ка мы, наверное, вот ее, она очень больно бьется копьем.
Ну-ка, пробьешь? Отлично, хорошо у тебя получилось, шаманочка моя. Эти стрелки бомбят. Ну что же, мы с вами немножко, наверное, подхиляемся. Ай-яй-яй. А ну-ка, перезвон. Добьешь? Молодец. Молодец. Так, ты у меня хильнешь. Вот так вот. И давай вот этого вот ханорика с вами забомбим. Все равно стреляет, гад. Причем дамаг сильный, вы видите, да? Фиолетовый, очень сильно. То есть он может спокойно ее разобрать. Так, мы переходим с вами на раунд 2. И здесь я не буду еще применять, ребят, свои суперудары. Пока. Хоть вы и говорите, что у них там откат быстрый. Давай-ка мы, наверное, так попробуем делать. Стужа. Упс, минус двое. Точнее, не минус, а мы их заморозили пока. Оу, неужели у паладинша сработал навык заморозки? Так, что это за хилка там у него врубилась? С какого вдруг перепуга-то? Так, так дело не пойдет. Есть. Давай вот этого вот. Хотя тут никакой разницы нет, что этот, что тут, они абсолютно одинаковые. Но у этого здоровья меньше. Ай! Не смогли пробить. Прямое попадание. Естественно, сейчас и этот включит. Прямое, блин, свое попадание. Минус. Так, давай-ка этого голодранца добьем, пробьем. Да должны, в принципе. И давайте смотреть, кто у нас тут. Ох ты, нифига себе. Слушайте, мне сразу же вспоминается игра Айон. С этими крылышками. Так, ну что же. Что она умеет делать? Атака по врагу. Каждый удар с вероятностью 50% накладывает штраф лечения. Ага. Следующий у нее. Герой атакует врага два раза. Если цель погибает, накладывает блок воскрешения на два... Ого. Слушай, это жестко. Ну-ка, попробуем. Вначале суперударами, естественно, ребята, забомбашить все это дело. Угу. Хорошо. Слушай, надо убрать его с поля боя. Нафиг он здесь нам не нужен, верно? Так, и теперь берем ее в оборот. Слушай, ну герои здесь, конечно, очень прикольно сделаны. Мне нравится. Я вам это всегда говорил. Точно, блин, как в Айоне. Ну-ка, стужу. Так, остается нам что сделать? Остается лишь добить ее, наверное. Блок штрафа, ага. Так. Слушай, она даже, ребят, не успела почему-то походить по-человечески, как мы ее разобрали. И ужаснулись увиденному. Променяв магию Эльдар на силу тьмы, королева превратилась в злую колдунью. Это она предала короля и разожгла конфликт между Кейроком и Аравией. Но зачем? Что за сделку она заключила? Теперь стало ясно, почему оборотни не пускали никого за врата Фелвина. Запахнувшись в плащи, герои покинули дворец. Они последовали за беженцами, чтобы выяснить уготованную им участь. Ага, вот так вот. Ребят, смотрите, мы сразу получили с вами 10 шардов и один синенький, плюс щит на 3 звезды. Наконец-то хоть что-то нам на 3 звезды выпало. И 33 тысячи серебра. Ну что же, глава 7. Тальшир. Как только герои зашли в Тальшир, за ними захлопнулись ворота. Это была ловушка. Орки-надсмотрщики вели толпу завороженных беженцев на площадь, посреди которой стоял некромант Бад-эль-Казар, держа в руках скипетр Сайрота. Почувствовав присутствие высших духов, некромант закричал: «Стража, схватите их! Это они убили царицу! Если будут сопротивляться, убейте!» Опять очередная, ребята, подстава против нас. Вот мы попали с вами в переплеты, однако себе, да, ребят? Так, ну что, навык ауры увеличивает меткость на союзников на арене на 40. Ха, нормуль. Так, что мы там с вами забрали? Заберем сейчас достижения, да, которые получили. Так, набор щита. Ага. 1500, ребят, заплатите, и вы получите вот этот вот сет. Плюс энергию, плюс деньги. И все дела. Раньше я думал, для чего нам, ребят, нужно так много энергии? А для того, чтобы мы могли с вами фармить определенный уровень. И поверьте, не раз, не два, не 10, а иногда даже 100 раз, чтобы нам что-то оттуда получить. Да, смешно звучит, но это факт. Так, давайте сюда зайдем в задание. Заберем деньги, заберем опыт. И вот здесь вот достижение у нас какое-то.
Угу, отлично. Все, прекрасненько. Давайте посмотрим, что у нас в шарде. Дай что-нибудь путевое, пожалуйста, а? Необычную какую-нибудь зелень. Да елки ты палки, блин. Гирея. Есть у меня такой персонаж, ребят? Есть. Ну что же, давай призываем. Так, ну кто нам тут достанется? Ерунда редкостная, ребят. На две однозвездочные, двухзвездочные. Блин. Так, у нас, по-моему, сколько еще? Еще один шарт, да? Ну давай, посмотрим. Все это сейчас, ребят, я спущу на корм, поверьте мне. Нет, все это мне не нужно. Все это мне не нужно. Так, заходим мы с вами, наверное, в таверну. И кого бы нам прокачать? Вот самое сложное — это выбор в прокачке. Ну, шаманку, наверное, однозначно. Шаманка, в принципе, да, и перезвон — это сейчас фавориты у меня. Давай сделаем. Так, скармливаем вот этих вот недотеп. Так, повышаем. Блин, все равно, ребят, еще немножко не хватает нам. Давай-ка вот этого вот. Ага, нет, не получится. Высокой редкости, главное. Высокой редкости. Но у меня вот тоже есть высокой редкости. Да, я хочу. Погнали. Пожертвовать, конечно же. Все равно не хватает, ребят, немножко, буквально вот чуть-чуть, и 40 уровень. Это, по-моему, максимальный будет, да, у нас? Гуль. Такой, да, чувак? Эй, зубы нараспашку. Губ нету. Ну, зомби есть зомби, елки-палки. Я его... Нет, я не буду тоже его развивать. Хотя и мог бы. У него 3 звезды, 3 фиолетовые. Потом дальше, как говорится, повышение в ранге. Повышение уровня, блин. Что это такое? 2 дня, 19 часов. А, сет. Супер предложение мне какое-то выпало, да, ребят? Ну что, давайте, наверное, на этом мы с вами закончим эту серию. Мы обязательно продолжим, да? У нас как-никак с вами новая какая-то территория, да, открывается? Да, Тальшир. Хм. Грубо говоря, мы уже с вами пол игры прошли. Вот если начинать вот это, мы сейчас где-то ровно посередочке с вами. Еще осталось. Но там будет очень жестко, я чувствую. Так что, ребятульки, обязательно с вами увидимся в следующей серии. А вы пишите в комментариях, что думаете, что бы вы хотели, чтобы я сделал в этой игрульке. Так что увидимся вскоре. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.